Однажды под конец своего собрания служение Иисус сказал такие слова. Чего вы ходили? Это под конец Иоанна Крестителя. Ходить! Что вы ходили смотреть? Что вы там искали? Чего вы там искали? Трость ветром! Ветром колебли мою! Что вы там ходили искать смотреть? Ну чего вы там нашли? Себя, он говорит, да что вы ходите за мной? Что вы за мной ходите? Еще хотите пожрать? Посозерцать на чудеса? Ходите, ходите, ходите за мной. Чего надобно, старче? Чего тебе надобно, старче? Рыбка золотая говорила. И вот люди сейчас ходят к Христу. О, и Христос. О, помоги. Вот тебе мы праздник Пасху испекли. Вот все яйца свои покрасили. Колбасы. Псалом выучил, красивый псалом. Стих рассказал. О, побрился, помылся, оделся, нарядный. И пришел к тебе. Новая концертная программа. Новая концертная программа пасхальная. О, приходите к нам. Мы дадим булочек. Бедным накормим. Новая концертная программа. Пасхальная, мы готовились. Мы готовились. Песни. Песни, стихи. О, конечно, свидетельство. Да, да, мы придумали. Поедем в Иерусалим, походим по местам былой славы, зайдем в Гефсиманский сад, здесь Иисус ходил. О, пройдемся по этому улице Виа Долороса, зайдем на гору Голгофа, вот гроб Господень посмотрим. Ну, туристический маршрут, туристический, сука, маршрут! Ребята, не странники, вы туристы. Туристы, блядь, и артисты, сука! Извините, что матюкаюсь. Когда вы будете людьми божьими?